Мобилизованных освободят от начисления пений. Указ подписал глава региона. Мера поддержки распространяется на случай несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт. Также, согласно документу, не оплачивать пени имеют право члены семей мобилизованных граждан, дети, родители или супруги. Период освобождения берется на весь период, пока не закончится контракт. У мобилизованного гражданина рассчитывается освобождение вот именно на этот период. И действия распространяются на отношения, возникшие с 7 октября 2022 года этого указа. То есть за весь этот период можно подать заявление с приложением необходимых документов. Правом могут воспользоваться как собственники помещения, так и наниматели. Чтобы приостановить начисление пени за ЖКХ, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию ТСЖ или ТСН. Освобождение от пений от взносов на капремонт осуществляется через владельца счета на капремонт, фонд капитального ремонта. Но в городе Сарове есть более 40 домов многоквартирных, где выбран способ управления фондом капитального ремонта – это спецсчет. Соответственно, владельцами спецсчета остаются управляющая компания. Поэтому в таком случае необходимо обратиться в управляющую компанию. От имени мобилизованного обратиться в учреждение может любой из членов его семьи по доверенности. К заявлению необходимо прикрепить и пакет документов. С перечнем можно ознакомиться в указе губернатора Нижегородской области номер 286. Необходимо вообще-то писать заявление во все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, там, кто оказывает услуги. То есть этот перечень можно увидеть в любой нашей квитанции. То есть он в верхней части обозначен. Могу сказать, что мы договорились со всеми организациями о том, что необходимо прийти только в одну организацию, это в главную управляющую компанию. Не нужно ходить по всем организациям, то есть мы это сделаем уже потом за них. Стоит обратить внимание, что пени не спишут, а только приостановят их начисление на период действия контракта мобилизованного. После того, как гражданин закончит военную службу, необходимо сообщить об этом в учреждение для того, чтобы восстановить начисление пеней. По всем вопросам обращайтесь в свою управляющую компанию или по телефону биллинговой компании 999-00, а также в личном кабинете абонента. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, Служба новостей Саров, 24.